Тем временем в Алдане устранение последствий снегопада идет круглосуточно. На все объекты подано напряжение, все котельные запущены, работают с максимальной нагрузкой. Работа продолжается, сообщил мэр Алданы Александр Бугай. Он обратился к жителям с просьбой потерпеть еще немного. Ситуация сложная, но не критическая. Обратился он к жителям. По информации мэра, практически все объекты тепловодоснабжения запущены. Идет набор температуры. При этом резкого набора тепла ожидать не приходится из-за значительных объемов. Обильный снегопад в Алданском районе Якутии начался на прошлой неделе. Метель буквально парализовала жизнедеятельность районного центра и близлежащих поселков. Из-за снежных завалов затруднено движение автотранспорта. Возникли проблемы с электричеством, перебои с мобильной связью и интернетом.